Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. И продолжаем мы пытаться выполнить квесты. Чё-то ктун колоды как-то на самом деле не очень играют, ну, в моем исполнении. Это как-то тяжеловато мне. Вроде на таком низком ранге обычно тут всех раскидываешь. Чуф-чуф-чуф, пыщ-пыщ-пыщ. А тут что-то как-то нифига. Ну и ладно, в принципе. Приветствую тебя. Джайна, здорово. Давай своего монозмея сраного. А у меня против него тотемный голем. А у него это, гребаное, знаете что? Ну вы догадались. Заморозка сраная. Стрела. Вот я же говорил. Вот это ебучка. Еще и монетка, еще и небось и чародейские обоссанные стрелы. Видали, ёптить? А? Охерели вы тоже? Я тоже охерел. Я тоже охерел, но нам сейчас надо будет этого поборника. Да блин, ну что это за заход такой, охереть. С ума сойти, кстати, ремувальчик, ничего такой вариант. Законтрили мы эту шваль. Шваль-срань. Да задолбала тупорылая херня. Хочу тотем маны. Да, он тотем пришел. Два дихо дикого волка. Ого, фолиант, блин, зак. Да иди в очко, ну ёбаный ты насос. Ну чё это за ботва такая? Я не знаю, как с этим бороться. Никак. Да тут уже все, короче. Магу приехала вообще идеально. Не хочу даже время тратить. Магу приехала просто идеально все. Он прям монозмея с первого хода на 4 набавил. Ну, в смысле, не с первого, со второго. И там понеслась дальше. Где ссылка на ХС для скина? Блин, мне впадлу. Вот она у меня есть, я ее как-то на стриме показывал. Все равно никто не регается. Мне этот скин мурлоковый особо нафиг не нужен, так что получу, не получу. Он же, если бы они добавили там какие-то новые карты или еще что-то, а то тупо картинка, ну, я честно говоря, не этот, не фанат такого дела, скажем так. Так что... Иди сюда и сражайся, трус! Да ёперный кардибашленг, а? Нашел чем законтрапупить. Нашел чем законтрапупить. А сейчас чем? Шаман на шамана, короче. Только у него походу агро шамана, у меня ктун шаман. Ну, у меня такой ктун-шаман, что он тоже агро, по сути. Интересно. Духи волка пошли. Давайте одного сожрем. Шашлык, гоу викторину. Ну, викторина у нас по субботам, но не каждую субботу. Скинь в комменты, я зарегаюсь. Ну, сейчас скину.
как она. Вот, я скопировал. Вот, скинул в комменты. По идее, должно там сидеть. Так, чё у нас мы тут хотим? Мы хотим не эпически разбафать этого Гронбулгалгалга. Да, он сейчас походу... Да... А чё он играл, кстати? А, Древнее Зрение тоже играл, да? Знание, то есть... Окей. Ну, может, у него молнии нету? Что же делать? Так, опять волчата пошли. Но если мы убьем хотя бы одного... то будет уже неплохо. Давай, хотя бы одного на троечку. Пожалуйста, одного. Да ёбаная пизда, блядь, тупая нахуй. Ну я ебал, блядь. Да ну его в пизду, блядь. Просто нахуй по два. Два, три, блядь, двум по два. Да ну нахуй мне это надо, блядь. Пидорасина ебаная, блядь. И вот так разве... Ну, блядь, ебучий гондон, блядь. Просто, блядь. Одного, блядь, хотя бы. Не просил уже двух. Нет, блядь. Пиздец. Иди сюда и сражайся. Ебучка, блядь, тупорылая. Просто, блядь. Что за... Блядь, ёбаный рандом, блядь. По два, блядь, обоих. Сука. Ну, такой вот я невезучий. Становится жарко. Ну, охерительно, блин. Просто, блин, 5 баллов. Охерительные 5 баллов. О, сглаз. Ну, хоть топ декнули хорошо. Не пожалел сглаз. Прикольно. Не все коту масло. Не, ну в каком-то смысле, конечно, оно так. В каком-то смысле, конечно, не все коту масло, но, блин. Тут хотя бы не то, что все, а хотя бы одну штучку. Да, блин, рана-то тут зачем нужна? Да, и в жабу стрельбани. Нет, он сейчас жабу убьет. Ну тогда в тотем или в лицо. В лицо, отлично. Вот сейчас эта тварь скастует свою эту хероборину. Так, кстати, у нас Ктун пришел нормально. Сейчас эта тварь скастует свою удар молнии, и она убьет всех. По три. Эй, детки, я уже здесь. Нет, видимо, у него нету. Странный он выбрал вариант размена.
А сколько у меня на ктуне? Десятка. Да, на ктуне десятка. Кто знает, какие тайны нас ждут. Дело сделано. Так, ну он бронзоборода, конечно, будет каста, ну, контрапупить. Башка трещит, как с бадуна, отхожу на стриме шашлыка. Хороший вариант. Да ладно, ты чё, в морду пойдешь, серьезно? Да скотина! Да скука! Так, мне нужен таун-тотем. Есть таун-тотем. Слишком много существ. Тебе крышка. Ну, я не знаю, что он там... Ой, а у меня тут не фатик еще? Нет, еще не фатик. Ну все, сейчас ставим двойного ктуна и как бы все, вопрос решен. Эй, да сука! А, ну... Да нет, это же он топ-декнул, и у него там этот самый... А, нет. Или да. 5 урона, да? Пизда ебучая. Ну, блядь, ну какого хуя, ебаный ты в рот, блядь. Да ебал я тебя в очко просто, блядь. Ну, сука, ну нахуй так ж, блядь, надо топдекать. Ой, блядь, просто кусок дерьма, блядь. Просто. Ну, ёбаный, блядь, мало того, что мне не прёт, так ещё этим пидором прёт. Заебало, блядь. Просто пиздец. Андуин. Свет дарует мне победу. За молот Рока. Нет, блядь, он достал, сука, этого ебучего, блядь, гнома хуевого, блядь. Не гнома, блядь, а пидора этого, блядь, всадника. Сука, ну юту ебан, блядь. Просто гандоёбище. Интересно. Ну и хули он думает на первом ходу? Чё у тебя, блядь, 5 первых дропов нахуй в руке лежит? Ой, блядь, заебало. Интересно. Ну, блядь, родил, нахуй. Думал, родил, блядь. Хочешь что-нибудь взорвать? Охуенно, надо было, блядь, полгода думать, что кто-то родит, блядь. Просто, нахуй. Полгода надо было думать. Пошли в Ведьмака колоду скеллиги собирать. Не хочу.
Тун-тун-тун. Так, там тотем. Перегрузочку. Ну, посмотрим, пока вроде нормально идет. Все. Посмотрим, как тут сейчас у нас. Надо подумать. Все поломал. Интересно. Так, что-то жрец задумался. Жрец, что задумался-то? Давай ходи, ёптеть. Видимо, нечем забрать тотемчик, и у него как бы бомбит. Интересно. Нечем забрать тотемчик. Нечем забрать тотемчик. Жретик сейчас проиграет. Нашел чем забрать тотем. А, так нет. Ну ты какой извращенец-то, а? Лавовый шок, отлично. Ну что будешь делать, жречик? О, нашел чем забрать тотемчик. Грёбаный ты жречик. Нашел он чем забрать тотемчик. Грёбаный ты жречик. Это ты, повелитель? Тикс. Хорошо, кстати, мы добираем, я должен сказать. Да, Шамон, конечно, может перебирать тоже бодренько колоду. Два трога. И мы, кстати, сможем два трога и две молнии при желании дать. Точнее, две грозы. Добавим капельку гноя. Кто-то ранен? Кто-то ранен? И мне придется так делать. Наверное. Ну, хотя сейчас посмотрим, как залетит. Роги! Сила! Роги! Сила! Нормалёк. Нормалёк. Най-най-най-най-най. Нормалёк. Прими объятия бездны.
Ой, кольцо за... Ты что, дурная? А, вот. Ну как. Подождите, а сколько у нас дамага? 10? 15 плюс это 19 будет, да? Я, по-моему, тут профукал где-то летал, вот у меня такое чувство. Ну ладно, хрен с ним. Сюда. Где-то я профукал летал точно. Где-то я его профукал в топ-удов. Ты сильнее. Текс, отлично, еще одна победка. Бедка, 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 еще одна победка, бедка, шметка, лисая конфетка. Текс, ладненько, давайте я этот выпуск тогда на этом закончу. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.